Ой, порада сейчас встречать. Солнце хотело сиять. Ваша, солнце подогаша. Небо прогощает вас. Вот такое окаяс. Что радуется? Два разных ходим. Это верили, чуваши, и радости, и счастья вам желаю. Пройти под радугой вас приглашаю. Маланда, Служение как с Маричей, которая чтобы сегодня вот здесь были. Да. Шлюзовали, проходили шлюзы. Так вот, шлюзование проходит с помощью радиосвязи, управляемой из этой лодки. Спортивный остров. Передние окна виден водный дворец. Йошкар-Ола. С правой стороны дворец водных видов спорта, ледовый дворец. Ну а мы сейчас с вами на первом светофоре повернем налево. В основном 2-3-4 этажа. Застройка осуществлялась во второй половине 30-х годов именно в этой части, в исторической части города. А сейчас пересекаем бульвар, транспортно-пешеходную улицу. Сергея Чибайна. С левой стороны посмотрите памятник классику марийской литературы. И далее мы с вами сейчас увидим самый молодой Кремль нашей огромной страны. Был он построен в 2009 году на месте базарной площади. Ну, я думаю, мы сегодня успеем его еще посетить. Выход с западной стороны, с восточной стороны. Внутри Кремля планировалось открыть этнографический музей. Но пока дело до музея не дошло, там проходят акции, различные флешмобы и так далее. И балетных, и оперных. Вот посмотрите внимательно, какое красивое здание. Кстати, здесь есть музей театра, где проводятся экскурсии.
исследовал все эти часы, создали новые.